Саша прошло взвешивание, Саша себя чувствует прекрасно, подошел в хорошем состоянии, и завтра готовый к бою, и я думаю, будет хороший, интересный бой. На сколько раундов рассчитываете? Мы рассчитываем показать хороший бокс, а по раундам там как бой пойдет. Думаю, что он будет красивый бой. Зрелищный. Не боитесь, что вас обманут здесь? Мы готовы к обману. На обман есть свои движения, свои действия. Спасибо. Александр Васильевич, здравствуйте еще раз.